среду в Самарской области пасмурно, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днем 2-4, тепла, ночью минус 1, плюс 1 градус. Ветер юго-западный, южный, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, дождь, в дневное время плюс 3, ночью плюс 1 градус, южный ветер 5 метров в секунду. В Тольятти тучи, возможны осадки, днем 3 градуса тепла, ночью 1 выше 0, южный ветер 4 метра в секунду. В Самаре пасмурно, пройдет небольшой дождь, днем плюс 3 градуса, ночью 1 с минусом. Ветер юго-западный 3 метра в секунду, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 79%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.